И сегодня я вас познакомлю с техникой flat lay, она называется. Или, если по-русски, это угол 90 градусов. В последнее время это очень распространенная техника, когда камера держится как бы на уровне 90 градусов и снимается вниз. И таким способом можно очень хорошо показать там ваш товар, например, или показать ваше творчество. И получается очень красиво, атмосферно. И эти фотографии очень интересно разглядывать, потому что там находятся разные интересные вещи, они по-разному разложены, и, конечно, они очень отражают вас. И поэтому фотографировать, например, под другими углами, ну, я считаю, гораздо сложнее. Нужен не только горизонтальный фон, но еще и вертикальные какие-то фоны. Поэтому мы с вами начнем практику как раз вот с очень доступного такого метода flat lay, когда нам понадобится только один фон. Фон – это то, на чем лежит наша раскладка. И давайте я вам сейчас покажу для примера работы разных фотографов. Я их нашла в Пинтересте. Обязательно зарегистрируйтесь, если вы визуал, потому что там очень много разных вещей. Я их складываю себе в альбомчик. Вы просто можете это, то, что вам нравится, сохранять в разные альбомы. И потом пользоваться, если вам нужно. Ну, и у меня там разные-разные тематики, у меня там альбомов 50 на разные темы. И для занятий, и для всяких там, и для себя я подбираю там всякие картинки.